Приветствую вас. Вы знаете, поскольку вы свой вопрос задаете в раздел именно психологии, то и я вам отвечу с точки зрения именно психологии на ваш вопрос, который вы задаете. Значит, с точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии, нет такого понятия, как везение, именно с точки зрения психологии. С точки зрения психологии есть такое понятие, как действие человека. С точки зрения психологии есть такое понятие, как деятельность человека, его поведение, вот. И, соответственно, результат этой самой деятельности, которую человек, ну, так или иначе претворяет в свою жизнь. И если так случилось, что раньше у вас, грубо говоря, все было хорошо в жизни, вот, если раньше у вас все было здорово, а теперь, соответственно, это изменилось, то, наверное, что-то в вашем поведении также изменилось. Но вы этого чего-то не замечаете в силу того, что находитесь внутри ситуации, в которой находитесь. Соответственно, вам нужно в этом помочь, вам нужна в этом помощь. Вам нужно взглянуть на ситуацию под другим углом, вот, вам нужно взять на себя ответственность, то есть перестать, условно говоря, считать, что все дело в каком-то невезении, да, перестать считать, что все дело в каких-то вот мистических совершенно вещах, вот. Перестать считать, что вся беда и проблема в этом, а вместо этого сесть и посмотреть, проанализировать свои действия, свои поступки, свои желания, свои стремления, свои средства, условия выполнения задач и так далее. Я уверен, что по итогу такого анализа вы получите данные, что именно и как вы делаете не так. Вот. Черная полоса действительно бывает, но как бы опять же вы ничего не пишете по срокам, да? То есть сколько времени она у вас уже, эта черная полоса, вы ничего не пишете, вот, но я думаю, что вне зависимости от того, сколько она, эта черная полоса, вот, вам, нужно так или иначе разбираться в том, почему она произошла, почему так случилось, вот, с вами. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Да, то есть, здесь, опять же, вот, с точки зрения психологии, действовать нужно таким образом. Вот.
Да, то есть с точки зрения, например, эзотерики, да, тут на вас может быть порча, там запрет на, не запрет, а закрытие финансовых потоков. Вот. Но с точки зрения психологии, может быть, у вас действительно есть запрет на успех, может быть. Вот. А может быть, вы услышали что-то, что запустило механизм вашего неуспеха. Вот. То есть тут вот, конечно, нужно смотреть. Тут, конечно, нужно исследовать, я бы сказал. Вот, вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Надеюсь, что вы что-то для себя новое и интересное почерпнули. Надеюсь, что вы выберете себе эксперта и проработаете с экспертом вашу проблематику, какой бы она ни была, да, то есть, может быть, за внешней такой вот черной полозой, да, может быть, за ней скрывается куда более серьезные проблемы, вот, например, то, что вы, допустим, работали, да, вот все это время вы работали, и, значит, работали вы на, ну, как бы на износ, а теперь вот вы устали, и у вас начался откат. Если вы работали на износ, соответственно, что-то спровоцировало такую работу. Вот. То есть мне кажется, что тут вот нужен анализ. В любом случае, тут нужен анализ. Вот. Значит, на этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Если у вас остались вопросы, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.